Сегодня 24-е? Да блин! А, как-то сегодня так серо в Анапе вдруг стало. Сегодня 24 мая 2019 года. Мы с Машей сейчас находимся в Алексеевке. И увидели вот эту розовую, или можно сказать какая, сиреневую акацию. И решили ее немножечко запечатлеть. Дом тоже симпатичный, конечно, там виднеется, но ворота, это, конечно, образец безвкусия какого-то. Ну, ладно, а идем мы с Машей вообще по делам. Я иду в магазин, сегодня на ужин хочу сделать салат с крабовыми палочками. Вот, иду в Пятерочку, которая здесь в Алексеевке находится. А Маша идет в магазин. Какой? Секрет. Ну, не секрет, конечно. Вот такие цветы. Розы. Тоже цвет такой интересный. Прямо как огонь, да, Маша? Прямо огненные такие лепестки. Вообще в Анапе, конечно, сейчас розы буйно цветут, есть такие кусты, прямо они полностью в цветах. Юка скоро зацветет, уже выпустила тоже свои стрелы. Ну, Маша не хочет говорить, куда она идет, и не надо. Но она идет с определенной целью. Это улица Ленинградская. По ней мы ходим обычно в поликлинику. У нас в Алексеевке здесь, в общем-то, делать нечего, кроме как вот, кроме поликлиники, кожно-венерического диспансера и чего еще. Больше ничего и нету. Березки вот хорошие такие. А вот и кусты роз. О, как желтые. Желтые, розовые и красные. Очень красиво и живописно. Так что здесь в Алексеевке, в общем-то, делать нечего. Ну вот двойка ходит здесь. Двойка ходит. Пыль, грязь, срач. Ну, это бывает, потому что чего-то тут ремонтируют. Вот здесь дом, конечно, вот этот вот, да, вот этот дом, это, конечно, супер. А в 21 веке построить вот такой вот, такое пятиэтажное убожество, это, конечно, я не знаю. Долгое время этот дом был таким спорным. Его что-то никак не хотели достраивать. Ну, теперь вот вроде бы кто-то живет. Но, конечно, то, что с точки зрения эстетической, это вообще ни в какие ворота. Да, идут тут работы. Здесь вот парковочку еще одну кто-то сделал. Вот, вот, в принципе, Алексеевка хорошее место. Но вот эти автомобилисты, они же вот захватывают зеленые островки. Вот так вот потихонечку, а в результате, ну вот не будет потом, вот не будет этих роз. Представляете, роз этих не будет, а будет одна сплошная парковка. Да нахрена тогда будет нужно это вообще Алексеевка? Тут сюда никто вообще не поедет. Зачем? Сейчас, в общем-то, здесь вполне интересно. Да, Маша? А вот клёны, смотри, какие красные. Ирисы, розы. Очень вот такой газон. Ну, а было бы здесь как, если бы здесь была парковка? Нет, парковки
городах, не должны быть здесь. Въезд, да, напротив гаража, пожалуйста. Но ведь под видом какого-то там благоустройства часто захватываются полезные площади, зеленые площади. Оп, пойдем. Орех. Трава скошена. Фу, как-то шум от этих машин. Вот смотри, какое растение интересное. Вот, надо узнать его название. И розы. А тут еще и продается. Ух, какие розы. Вот так вот, если забор не показывать, а только одни розы. Эх, заборы, заборы, заборы. Вот в Америке нет заборов. А вот у нас в России почему-то люди любят отгораживаться друг от друга. Ну что? Как-то мне погода не очень нравится, потому что мне кажется, что скоро пойдет дождь. А мне очень нравится. Алексеевка. Вот еще какое-то растение. Чайка летает. А вот уже второе дерево сухое мы здесь встречаем. Остановка общественного транспорта. Еще один куст. А пошли в дом магазин. Ах, ты проговорилась. Маша пошла в зоомагазин. Зачем она это сказала? Ну, ты пойдешь или нет? Вот КВД. Папа. Анапский. Папа. Ну ты пойдешь? Давай быстрее решим. 2 метра осталось. Ты заходи пока. Я пошел в магнит. Пойдем. Так, бери. Открыто. Ну все, это был зоомагазин. Я пошел в магнит. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Спасибо вам, что посмотрели. До следующих встреч. Пока. Ну вот, куплены рыбки. 2 голубых неона. И Маша вот их несет. Покажи. Вот так, подними этот мешок. Так, стоп. Все. Ну, надеюсь, приживутся. А вот теперь ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всего вам доброго из Алексеевки.